Ставропольским краем и Чувашской республикой подписано соглашение. Мы его 2 года назад подписали. И я могу сказать, что именно вот в электрохимическом взаимодействии мы очень сильно, даже не конкурируем, а дополняем друг друга. Сегодня очень много направлено на воссоздание и развитие военно-промышленного комплекса. И поверьте, без вот той электроники и вот тех специальных профессиональных образовательных учреждений, в которых мы сегодня побывали, вот я лично побывал у вас, в вашем ЧМК, без них не получится развитие оборонки, и людей мы для оборонки не восстановим. Поэтому это правильно стратегическое направление, и вот и в нашем соглашении мы его, опять-таки, тоже развиваем. У нас взаимодействие по товарообмену, то есть мы 2 сельскохозяйственных региона, мы обменяемся делегациями, меняемся товарами, у нас взаимоотношения между нашими предприятиями в части развития электронной промышленности.